Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь. И не смотришь на лица, но истинно пути Божию учишь. Ответь, или это против закона для нас давать подать римскому императору? Будь осторожен, Господь! Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Кесаря! Итак, отдавайте кесарю все, что кесарево, а Богу все, что Божие. Что вы на это скажете?